Сегодня не только День города, но и спортивное мероприятие. Скажи, когда ты слышишь слово «спорт», какая ассоциация у тебя возникает в голове? Турнички. А ты много времени спорту уделяешь? Ну, сейчас нет. Достаточно того, что я бросил курить сигареты и употреблять алкоголь. Для меня это уже спорт, на самом деле, психологически. А курить ты бросил давно? Да, 3, наверное, 4 назад. Хорошо. А как ты считаешь, нынешняя молодежь, она спортивная? Как-то я вижу более спортивная, чем наше поколение. Наше поколение более воспитывалось на американских фильмах, где никакого спорта нету. Один разврат, там, наркотики, это было круто. Сейчас, за таких парней, например, 25-17, там еще и другие парни, которые, можно сказать, правильно рэп делают, они как бы популяризация идет спортивного образа жизни здорового. Очень круто. Я вижу, много людей уже спортом занимаются. Тебе нравится творчество 25-17? Да, конечно. А чье еще творчество из сегодняшнего списка ты можешь выделить? Все нравится. Есть, не зря и отобрали всех, потому что все крутые. Хорошо. Скажи, коснуться твоего творчества мы еще успеем, но зрители по ту сторону экрана, интересна личная жизнь. Все знают, что у тебя появилась семья, ребеночек. Как повлияло на твою жизнь? Что изменилось? Как-то подобрее все стало, поинтереснее, да. Уже больше хочется домой попасть, там, на студии сидишь, что-то не получается, сразу сваливаешь домой к дочке. Ты помогаешь жене с ребенком? Как-то помогаю. Мне поначалу было интересно, все эти пеленки, вся эта штука. Но потом я понял, что, теперь я знаю, как это делать, поэтому я могу заменять. И я так неосторожно начал это делать, чтобы меня не запрягали. Она села тебе на шею с этим, Макс, посиди еще с ним. Да не, все с пониманием относится. Не зря я ее искал долго, поэтому. Хорошо. А можешь описать свою жену? Какая она? Мою жену? Да она добрая. Добрая. Она просто была с начала, с истоков, когда ничего не было. Она со мной пережила, это ее победа тоже, можно так сказать. Ты уже не первый раз выступаешь на Лужниках. Какие ощущения? Есть какие-то особенности от первого выступления и сегодняшнего? Единственная проблема, днем не очень удобно выступать, но когда большое количество народу, тогда заряжаешься. Я думаю, сейчас, в прошлый раз поменьше людей знало песни, я думаю, сейчас побольше знают. А готовишься к концерту, который будет в ноябре? Или еще рано? Да уже подготовка идет вообще. С августа началась подготовка. Ты про какой? Про московский? Московский. Да. У нас самый главный — это минский концерт. Мы там, у нас там, очень большая-большая площадка. А почему все-таки вы всегда поднимаете Минск вот так вот? Потому что Москву и так уже подняли люди. Надо свое поднимать. Будут отличаться концерты в Минске от, программы, я имею в виду, от московского? Программы, по сути, ничем не отличаются. Просто драйв намного круче из-за того, что количество людей, из-за того, что это свои, они прям изначально понимали эту музыку, и они растут с ней. Расскажи, у тебя есть какие-то планы в творчестве? Может быть, снять еще один новый клип или записать какую-то интересную совместную? Альбом. Сейчас мы будем делать альбом, как раз к ноябрю мы сделаем альбом. И клипы какие-то, само собой, по-моему, это уже нормальное явление, даже не планы. Например, есть задумки? Очень много задумок, но как-то стараюсь не делиться. А то один раз поделился, не получилось ничего сделать. Понятно. А в альбоме сколько треков планируется? Треков 16. Тогда желаем тебе удачи, спасибо. И вам тоже.